лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов про оппозицию. Они заняли позицию нереальную, истеричную и обреченную просто на ненависть. Сколько у нас там поддержали воссоединение Крыма с Россией? Ну, 85% населения. Ну, вот ни одна оппозиция в любой другой стране не настолько безрассудна, чтобы вот ставить себя в ситуацию, когда они писают против ветра. Да? Ветер 85%, а они стоят и писают. Ну, не обречены с такими антироссийскими лозунгами. С предложением передать Крым Украине, ну куда же они придут? Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите «Экспертное мнение».